Почему мы смотрим коляски? Нам нужна коляска. У нас скоро появится новый член семьи. 17 900. Они, кстати, легкие такие. Ну, кожаная. А, она не вся кожаная, она со вставкой. 19. Вот такая маленькая совсем. Третья она какая. Покажу цену. Но она прям вот тут вот совсем малепусечная. 21. Так, дальше что у нас тут? Такие мы уже смотрели за 19. Вот какие еще есть. Конечно, любовью разбрасываться не следует, друзья. Как-то бережнее надо относиться к этому высокому чувству. Игорь Корнелюк на Ретро FM. 18 часов и 17 минут в качестве предостережения тем, кто не особо. Хотя она тоже очень легкая такая, прикольная. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше, друзья. Новости на Ретро FM. Песня из фильма «Кавказская пленница». Рики Мартин и дуэт Альбана и Рамин Пауэр. Да, светлая тоже такая, ничего. Не смотрится громоздкой. Очень даже. Тут вот такие вот они. Давайте посмотрим. Вот это прям такая вот коляска-коляска. Она добротная, но она очень будет большая и тяжелая. С третьего этажа ее тягать. Вот эти вот нормальные, такие вот, с которых маленькие колесики. Не, вот это маленькая совсем. Ну, тут кроватки еще есть, такие вот всякие разные. Причем интересно они. 9 900. Кресло, машину. Ну, это уже для больших. Вот такие вот улички прикольные тоже. Только не вижу цену у них тут. А вон цена. 3 490. В общем, вот коляска, конечно, здесь не очень большой выбор. Тут еще есть кровати, кровати. Тут сразу такие комплекты есть в кровати. 3 900. О, вот эти, кстати, штучки очень удобные. Они вот на кровать кладутся. Можно на детскую кроватку, можно на большую кровать класть. У нас такая была удобная. Пеленальный столик такой. Манежики. Такой угловой. 3 200 стоит. Качельки. Это прям вообще как, не знаю, как коляска. Такая вся. Все, видите, они на батареечках, все переключается. 5 300. Видите? Дороже, это 8 700, но она, видите, со столиком такая. И вот такая еще. Ну, это вообще уже 11. Вот, ну дальше уже на побольше, там ванночки стоят. Такой небольшой магазин, это мы были просто рядышком, мы решили зайти посмотреть, что есть, что почем. Всем пока! Подписывайтесь на мой канал.